Всем привет, меня зовут Ксюша, я расскажу вам про настольную игру «Зверушки». Купи ребенку ТВ. Эта игра упакована в картонную коробку. Подходит она для детей от 4 лет. Количество игроков для игры двое. А при помощи этой игры ваш ребенок сможет развить свое воображение, комбинаторное мышление, также развить логику. Правила игры очень простые. Ваш ребенок выбирает карточки с теми зверюшками, которым он хочет помочь. И далее он собирает их в стайку. В набор входит подробная инструкция с правилами. Купи ребенку ТВ.